Это «Давеча», и мы продолжаем. Как нужно вести себя с дрессированными собаками, какими навыками и умениями обладать, и чем поощрять мохнатого друга за помощь в расследовании? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты кинологической службы студентам, будущим юристам. За тренировкой кинологов наблюдала и Анна Стефаненкова. Ну, крутя, выходи на меня, беги! А дальше собака хватает хулигана за рукав. Тот старается вырваться, но этим только злит животное. Так зачастую происходит задержание в реальности. Сегодня на территории кинологической службы это лишь тренировка. Эмоции, которые испытывает злоумышленник, на самом себе решил проверить будущий юрист Евгений Ведерников. Сейчас адреналин хороший такой, потому что когда в нем не очень легко это ходить, он же сковывает. Я понял, что защита есть. Ну, чувствовал, как она кусает меня. Не только Евгений, но и его однокурсники смогли познакомиться с особенностями дрессировки и поведения мохнатых полицейских. Такая возможность предоставилась накануне ежегодного праздника «День студента». Экскурсию, а также показательное выступление животных опытные кинологи продемонстрировали в рамках акции «Студенческий десант». Ко мне. Рядом. Например, в этом упражнении из 6 человек собака должна была выбрать одного из студентов. По запаху перчатки найти его владельца Даниила Сазонтова. Эксперимент удался. Я ожидал, что будет отличная работа, показательная собак. И пока все сводится, ожидание и реальность. Ну, интерес к собакам я проявлял. У меня у многих родственников собаки, и мне очень интересно проводить с ними время. Студентам показали, как животные ищут оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотики. Рассказали, каким должен быть сам кинолог в хорошей форме, стрессоустойчивый, а главное, любящий животных. Надеюсь, что ребята, которые здесь побывали, которые послушали, чем мы занимаемся, как мы дрессируем собак, согласятся в дальнейшем связать себя с органами внутренних дел и пополнить наши ряды. Студенты, возможно, будущие кинологи. По итогам мероприятия сделали памятные фотографии с щенками, будущими полицейскими Лорном и Лондоном. Анна Стефаненкова, Александр Нестеров, Бюро новостей «Давеча».